Дагестанка Айшат Магомедова приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников и вернулась домой с призовым местом. Ученицу 11 класса Махачкалинского многопрофильного лицея 39 в аэропорту встречали не только родные, но и официальные лица. Среди них министр образования Дагестана Яхья Бучаев и исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. На олимпиаде Айшат представила проект по экологии о рациональном использовании сельского хозяйства и пищевой промышленности. Школьница набрала 92 балла из 118. Вся наша республика, не только педагогический коллектив ее лицея, за этим стоит, конечно, огромный труд, который, может быть, не всегда понятен тем, кто вокруг находится. Но Айшат эту очень сложную дорогу прошла.